О рестайлинге кроссовера Skoda Kodiaq мы рассказывали весной. Модернизация принесла модели новый бампер и более вертикальную решетку, зауженные фары и приподнятую на пару сантиметров кромку капота. Изменился задний бампер и фонари. Теперь они диодные. По краям заднего стекла установлены небольшие дефлекторы, улучшающие аэродинамику. Перерисован дизайн колесных дисков, диаметр которых может быть от 17 до 20 дюймов. В Европе продажи уже начались, и российская версия не заставит себя ждать. Напомним, для нашего рынка большинство кодиаков собирается силами группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. И только самые дорогие версии поставляются из Чехии. Если быть точным, то продажи обновленных машин начнутся в сентябре. Поэтому эту новость мы пока проиллюстрируем чешскими фото и видео. Зато российский офис Skoda опубликовал начальную цену. В комплектации Active со 125-сильным турбомотором 1.4, шестиступенчатой механической коробкой и передним приводом автомобиль будет стоить 1 961 тысячу рублей. Это на 59 тысяч дороже до реформенной машины. Зато список базового оснащения расширен. В него добавлены светодиодные фары и кнопки на двухспицевом руле. Помимо этого, комплектация Active включает 4 подушки, двухзонный климат, подогрев передних сидений, электромеханический ручник и медиасистему Swing с экраном диагональю 6,5 дюйма и 8 динамиками. Доплатить отныне можно за матричные фары, массажер передних кресел и кожаную отделку передней панели. Остались и ранее доступные опции. Аудиосистема Bolero и функция беспроводного подключения SmartLink. Электронная система курсовой устойчивости, задние подголовники, передний центральный подлокотник и наружные электрозеркала с обогревом. Сохранится и 7-местное исполнение салона. Теперь нам предстоит узнать цены других модификаций. Сейчас в России представлен 150-сильный турбомотор 1.4, 2-литровый на 180 сил и дизель аналогичного объема на 150 сил. Полноприводный Kodiaq 1.4 стоит минимум 2 миллиона 143 тысячи рублей. По итогам первого полугодия Kodiaq замкнул топ-20 самых популярных в России автомобилей. За 6 месяцев 2021 года продано 11 с четвертью тысяч машин. Это третья по популярности модель марки Skoda.